Бытие, глава 5. Read for LibriVox.org. Первые книги Моисеевы и Бытия. Глава 5. Сия книга Бытия человече, вон же ден сотвори Бог Адама. По образу Божию сотвори его, мужа и жену сотвори их. И благослови их и нарече имя ему Адама, вон же ден сотвори их. Поживе же Адам лет 230. И роди сына по виду своему и по образу своему, и нарече имя ему Сит. Бъйше же дни Адамова и яже поживе поеже родите ему Сита лет 700, и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Адамова и яже поживе лет 930, и умре. Поживе же Сит лет 205, и роди Еноса. И поживе Сит поеже родите ему Еноса лет 707. И роди сини и дъщери. И бъйше все дни Ситове лет 912, и умре. И поживе Енос лет 190, и роди Кайнана. И поживе Енос поеже родите ему Кайнана лет 715, и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Еносове лет 905, и умре. И поживе Кайнана лет 170, и роди Малелиила. И поживе Кайнан поеже родите ему Малелиила лет 740, и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Кайнанове лет 910, и умре. И поживе Малелиил лет 165, и роди Яреда. И поживе Малелиил поеже родите ему Яреда лет 730, и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Малелиилове лет 895, и умре. И поживе Яред лет 162, и роди Еноха. И поживе Яред поеже родите ему Еноха лет 800, и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Яредовы лет 962, и умре. И поживе Енох лет 165, и роди Матусала. Угоди же Енох Богу, и поживе Енох поеже родите ему Матусала лет 200, и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Енохови лет 365. И угоди Енох Богу, и не обреташе ся, за не приложи го Бог. И поживе Матусал лет 187 и роди Ламеха. И поживе Матусал поеже родите ему Ламеха лет 782 и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Матусалове яже поживе лет 969 и умре. И поживе Ламех лет 188 и роди сина, и нарече име ему Ное, глаголя, сей упокоят нас от дел наших и от печали рук наших и от земли, и уже прокля Господи Бог. И поживе Ламех, поеже родите ему Ноа лет 565 и роди сини и дъщери. И бъйше все дни Ламехове лет 753 и умре. И бе Ное лет 500 и роди сини и три, Сима, Хама и Афета. Конец 5 глава Бития. This recording is in the public domain.